придавим наших союзников? Неужели напрасно пролита кровь наших доблестных воинов? Мы-то свою кровь пролили. Теперь ваш черед. Воюйте. А нам мир давайте, какой хотите. Сепаратный, похабный, да только мир. Большевики! Серое тесто, темнота, стихия, слепое оружие в руках Ленина! Оружие доверное! Вот-вот, я давно на тебя смотрю! Большевик сразу видно! Да, большевик, а ты мародер! Она! А про Ленина полегче! Побереги котелов! Где он? Где он, ваш Ленин? Нету вашего Ленина! Удрал! Сюда испугался, в щель залез ваш Ленин! Ленин за рабочих! И рабочие за Ленина! Да здравствует Ленин! Большевистская шлюха! Хо-хоу! Take it easy! Эта молодая дама прекрасно услышит вас и отсюда. Хотя, мне думается, для вас лучше было бы, если она вас совсем не расслышит. Ваш Керенский продался капиталистам! Он сам Корниловец, ваш Керенский! А за Ленина вам рабочую глотку перервут! Ах ты еще угрожать, молокосос! Вася! Бедный мальчик. Так его! Еще разговаривает, сволочь! Подлецы! Мы дали улеснуть Ленину! Да я осторожно, товарищи, рано горячись! Пленникам. Доколе, а ну пошли! Граждане! Доколе правительство пошли, будет бездействовать! Семен. Правительство! Разве это правительство? Тряпка! Что правительство? А мы где? Все как один дадим отпор большевикам! Вы не ошиблись, Рик? Пусто? Может быть, сегодня не будет заседания? Нет, полковник. Просто все здесь всегда опаздывают. Обидно только, что нельзя никогда угадать, насколько опоздают именно сегодня. Ну что ж, подождем. Если, конечно, весь этот предпарламент стоит нашего ожидания. Стоит или не стоит, а тут соберутся все те, кто сегодня правит Россией. Или думают, что правят. Да, кстати, Робинс, я давно у вас хотел спросить, зачем вы, собственно, приехали в Петербург? Странный вопрос. Я, как вам известно, возглавляю миссию Американского Красного Креста. А Красный Крест и человеколюбие — разные наименования одного и того же. Но из человеколюбия не стоило ехать так далеко, полковник. Ведь ваши миллионы давали вам полную возможность проявить человеколюбие, не выходя из дома. Не наивничайте, Джонни. У нас, представителей великих союзных держав, одна задача. Заставить Россию помочь нам выиграть войну. Не так ли, Рид? Начинают собираться, полковник. Как только появится кто-нибудь значительный, я его атакую. Вам это будет интересно, полковник. Я могу задать вам тот же вопрос, Рид? Зачем вы приехали в Россию? Я журналист. И должен быть там, где происходят события, о которых хочет знать американская публика. Американская публика хочет знать и о битве на Марне, и о бунте бенгальских стрелков, и о моде на негритянскую музыку в Париже. А я хочу, чтобы она знала о русской революции, полковник. Внимание, полковник, перехожу в атаку. Вот идет русский Рокфеллер Степан Георгиевич Леонозов. Он кадет и владеет всей русской нефтью. А генерал с ним? Алексеев. Бывший начальник штаба действующей армии. При царе фактически заправлял всем русским фронтом. Теперь надежда и оплот всех сторонников старого режима и кандидат в диктаторы. Господин Леонозов, американская пресса просит вас высказать ваш взгляд на перспективы русской революции. Революция — это болезнь. Англия, Франция и Америка должны наконец понять, что это болезнь. Может быть, для них опасна, особенно, когда она вызвана микробом большевизма. Рано или поздно иностранные державы должны будут вмешаться в наши дела. Вы имеете в виду вооруженную интервенцию? Именно. Значит, положение на фронте безнадежно. Ну, это, батенька, не по моей части. Это спросите генерала Алексеева. Ему и карты в руки. После Риги путь для немцев открыт. Ну что, Робинс,
Во всяком случае, откровенно. Вполне. А вот Авксентьев и Гоц, лидеры правящей партии СССР. Авксентьев председатель предпарламента, а Гоц заместитель председателя ЦИК Совета. Я с ними знаком. Ну, что интересует сегодня американские газеты? Один вопрос. Где Ленин? А вы отстаете от событий. Вас интересует то, что перестало уже интересовать русских. Где Ленин? Не все ли равно? Если он еще в России, мы поймаем его и предадим суду. Если он бежал за границу, ну, значит, он ушел от русской революции. Значит, опасности большевистского переворота нет? Конечно, ее выдумали паникеры. Если большевики вздумают повторить июльское восстание, то, как пишет «Таймс», большевизм будет излечен пулями. Александр Федорович. Керенский. Министр председатель. Верховный главнокомандующий. Прибыл, наконец, главноуговаривающий. Нужно фото. Вы правитель России. Полковник Робинс, рад вас здесь видеть. Сегодня вы услышите много интересного. Я слышал, ваше высокопревосходительство, что союзные правительства обратились к вам с письмом, в котором советуют... Ах, советуют. Интересно, а что бы сказали Ллойд Джордж и Климансо, если бы мы, русские, вздумали советовать им, как надо управлять Англией и Францией? Конечно, мы только сейчас вступили на путь Запада, но хотим сделать это лучше. Без Кромвелей и Наполеона. Без Наполеона. А сам даже руку за бортом пиджака держит, а-ля Наполеон. Вот что значит подпасть в царской постели. Кто это? Родзянко. Бывший председатель Государственной Думы. Не слишком ли много бывших? Агитатор. Нет того, чтобы матери помочь. Нет, не цените вы бабий труд. Ты ни с посуды не свалишься. Ну и жизнь проклята. Что за шум? А драки нету. Прасковья Федоровна, почтение. По какому случаю митинг-то, а? Василий опять что-нибудь накрутил? Ну. Здорово. Где ж тебя, брат, переделали-то, а? На Невском. Буржуи Ленина ругали. А ты чего глядела? Муженька не уберегла. Да ну. На Невском, значит. На Невском. Так. Опять, стало быть, агитацией занимался, да? Речь произносил. Ведь сколько раз тебя, дурака, учить надо? Не твое это дело речь произносить. Кто ты такой есть? Кто? Мальчишка, молокосос. Рабочий я. Все равно молокосос. Ведь порядочный человек тебя и слушать-то не станет. Может быть, ты будешь трижды прав, а веры-то тебе ведь ни на полкопейки нет. Так что ж мне, молчать, что ли? А зачем молчать? Зачем? Нет. Твое дело... Вопросики задавать, дурачком прикидываться. И этими вопросиками буржуйских краснобаев с толку сбивать, в пот их вгонять. Понял? Тащи его за язык, пока он в лужу не сядет. Вот это и будет твоя агитация. Я, брат, правды от буржуя никогда не добьешься. А что он врет, всем видно. Понял? И голова тогда цела будет. А что, брат, получается? Люди только в бой собрались, а ты уже готов? Отвоевался? Как в бой?
Разве уже решено? Скоро. Скоро? Скоро. Своевременно. Или несколько раньше. Это те самые окна в четвертом этаже. Не может быть. Рита обещала, что к ней никто не будет ходить. И все-таки по плану это те самые окна. А хорошо поют. Правда, Надя? Уйдем. А разве есть другой адрес? Значит, пойдем. Пьем с надеждою чудесной и с бокалом полновесных первый тост за наш народ. Первый тост за наш народ, за святой девиз вперед. Первый тост за наш народ, за святой девиз вперед. Вперед, вперед. Ох, Маргарита. Не ехал и не ехал. Они все так приставали. Я думала, пущу и отвяжусь. Какая неосторожность. Вообще это, я и по Женеве знаю. Первая сплетница во всей партии. Она вас не видела. Хорошо бы. Ну, идите к гостям, Рита. Ну что ж, пора и по домам. Все выпито, съедено, спето. И теперь мы у вас частые гости. Да ведь у меня ремонт завтра начинается. Месяца то и больше буду жить на кухне. А потом, милости просим. Ничего, Надя. Все обошлось благополучно. Ну, бывает. А песня, к счастью, пьет, пьет. Война принесла России несчастливые бедствия. Лучшие сыны России сложили свои головы на полях сражений. Мир стонет, Россия! Мир! И стон ее отзывается во всем мире. Да, мир! Но какой ценой? Разве русский человек может опозорить себя? Стать изменником? Предать своих союзников, англичан и французов? А большевики хотят сделать из русского человека предателя. Они призывают брататься с немцами, открыть им фронт. Недаром кайзер Вильгельм прислал к вам Ленина в запломбированном вагоне. Откуда Ленин ехал? Ленин возвращался из эмиграции, из Швейцарии, где он жил так долго, что совсем оторвался от России. А почему Ленин ехал через Германию? Разве нельзя было проехать через Англию и Францию? Не мешайте докладчику, вопросы потом. Чего потом? Пусть отвечают! Правильно! Давай, отвечай! Ленин и хотел ехать через Францию и Англию. Но союзники ему не разрешили. А почему союзники не пустили Ленина? Да потому что Ленин ведет пропаганду против войны. А значит, союзники за войну, а немцы против. Да нет. Ну, конечно же, нет. Немцы за войну. Это они виновники войны. Так зачем же немцы пустили Ленина? Ведь он против войны. Да для того, чтобы Ленин сбил с толку таких, как вы. Чтобы он разложил нашу армию, разрушил наше единство, помог немцу победить. Долой большевиков, в тюрьму Ленина!
сельским рабочим и гарнизону от окопных граждан Румынского фронта. Подождите, гражданин солдат. Сперва выскажутся докладчики, а потом... Давай фронту! Пусть говорит! Давай, солдат, говори! Мы на фронте совсем истощали. С орудий стрелять нельзя. Снарядов нет. 3 года гнием в окопах. Послали нас сюда, к совету, чтоб спросить, скоро ли будет какой конец. Приехали, услышали. Говорят о новой войне. И кто говорит-то, толстобрюхие, что фронту и не нюхали, а окопы наши от Черного до Балтийского моря червяком ползут. Трупами эта земля услана, трупами русского трудового народа. Куда этот мост трупов ведет? Гибели христианского рабочего народа, гибели свободы! К делу! Тихо ты, он же в самую точку бьет. И пущай они нас немцам не стращают, они хуже немца. Россия, говорит, гибнет. Ну и пускай гибнет ихняя Россия, а нашей дайте жить, дайте отдыху. Это большевик! Большевик! Нету, товарищи, мы не большевики, мы с фронту. А только большевики пускай не спят. Дождетесь, тронется деревня с фронта по первому снегу землю делить. И разгонит вас, большевиков, временные министры, к чертовой матери. Чего вы, рабочие, боитесь? Ведь солдаты за вами пойдут. Ну чего ждете? А не то мы начнем своих сволочей бить. Перебьем все начальство и двинем на Питер буржуев кончать. Продолжим наш митинг. Давай. Слово имеет гражданин Гот. Заместитель председателя Центрального исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов. Член Центрального комитета партии социалистов-революционеров. Товарищи, от имени Петроградского совета и от имени Петроградского комитета партии большевиков я приветствую рабочих и солдат, собравшихся решать судьбы свободной России. Гражданин Урицкий, я вам слова не давал. А я у вас слова и не просил. Я просил слова у рабочих и солдат революционного Петрограда. И, как видите, они дали мне слово. Товарищи, предатели революции перешли в наступление. Керенский вызвал в Петроград казаков и юнкеров. А чего же вы, большевики, думаете? Вот что думают большевики. Вот что думает Владимир Ильич Ленин. Слушайте, кризис назрел. С фронта, товарищ. Павлов его фамилия. В модерне такую речь сказал. Просто замечательную. Вот... Девать ему негде. Ну вот мы его и привели, вон, смотрите, дождь-то какой. Ну, оставайтесь, места хватит.
чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног. Фу, как ты меня напугал. Проспал, все на свете проспал, позор. С добрым утром. А где же хозяйка? Пошла за газетой. Прости, пожалуйста, я сам. Сейчас закипит, будем завтракать. Отлично. Но только одно условие. Хозяйничаю я. Ты у меня в гостях. Не спорь, сегодня ты отдыхаешь. Тебе ведь трудно было это время, я знаю. А я великолепно отдохнул. Все время на свежем воздухе. И знаешь, как я жалел, что ты не со мной. Ведь там, в Финляндии, места не хуже, чем в Швейцарии. Нет, нет и нет. Уговор дороже денег. Отправляйся в столовую и садись к столу. Ну, могу же я раз в год поухаживать за собственной женой? На ваш след и собирается расправиться с вами. Где? Не знаю, все газетчики кричат. Сейчас найдем. И давайте познакомимся. Здравствуйте. Ох, простите, Владимир. Константин. Константин Петрович Иванов. А, да. Простите, Маргарита Васильевна, но при конспирации самое главное привычка. Ерундистика. Они сообщают об этом уже третий раз. Пугают нас, а больше пугаются сами. И все же надо проверить, в чем дело. Пока что не выходите из дому. Конечно, это самое разумное. Невозможно. Сегодня соберется ЦК. И по моей просьбе я должен там быть. Но ты не имеешь права рисковать. Пока это сообщение не будет проверено, ты никуда не пойдешь. Пойду. Нет, не пойдешь. Пойду. И ты это прекрасно знаешь. Вы же не конспиратор. Вы даже не умеете обращаться со своим париком. А это главный предмет твоей конспирации. Прошу вас, Маргарита Васильевна, следить за мной и делать мне замечания всякий раз, как я буду дотрагиваться до этого парика. С удовольствием, Владимир. Константин. Ну вот и прекрасно.
Вы будете поправлять друг друга. А теперь завтракать. Позвольте, а где же «Новое время» и «Народный трибун»? Это же монархические газеты. Вот именно монархические. Именно поэтому их и нужно читать в первую очередь. Они глупее других. И как всякий дурак выбалтывает как раз то, о чем нужно молчать. Я сейчас бегаю. А ведь тебе, Володя, придется пройти не меньше 8 верст. А если за тобой Слежка? Чем дальше путь, тем больше дорог. И тем труднее Слежка. А откладывать больше нельзя. Ведь ты же сама говорила, что в верхушке партии крепнет мнение против немедленного восстания. Значит, надо прокинуть это мнение. Убедить партию в серьезном отношении к восстанию. Убедить ЦК в том, что если мы не возьмем власть сейчас, то все разговоры о власти Советов превратятся в ложь. Но ведь ты можешь написать об этом, не выходя из дома. Это теперь, когда все мои письма остаются в ЦК без ответа, а в центральном органе из моей статьи оставляют ложки до ножки, теперь, когда массы не хотят больше ждать, да и нельзя больше ждать. Ну хорошо. Ты только не волнуйся. Но ты будешь выполнять все правила конспирации. Ты даешь мне слово? Даю. Даю. Подчиняюсь законам необходимости и их неумолимому стражу. Я так хотела познакомиться со знаменитой бабушкой русской революции. Ведь вы так много страдали за свой народ и так долго сидели в тюрьме. Да, милая. По каторгам, тюрьмам и ссылкам я проходила 32 года. Сколько? 32 года. Мы гордимся тем, что наша партия числит в своих рядах такую героиню. Вся ее жизнь – это бескорыстное служение народу. Борьба за его свободу и счастье. А чем объяснить, что в России так много недовольных? Рабочие беспокоятся о работе, солдаты требуют мира и не хотят воевать, крестьяне жалуются, что им не дают земли. Так это же немецкие шпионы мутят народ. Немцы прислали к нам Ленина и всех этих большевиков. Они сеют смуту и мешают Саше наладить порядок. Вы ведь американка. Вы знаете... Американцы давали мне деньги, и я стала издавать газеты, выпускать листовки, и большевикам пришлось замолчать. Вы не знаете, почему они перестали давать мне деньги? Нет. А вы уверены, что все дело в деньгах? Конечно. Русский народ еще дитя, и он сам не знает, чего он хочет. Ребенка надо отвлечь. Убедить. А для этого нужны деньги. А если ребенок не хочет отвлекаться? Тогда его нужно наказать. А союзники, к сожалению, не понимают это. И не хотят помочь нам справиться с большевиками. Мы будем очень обязаны вам, мадам Брайан, если ваша газета... убедит президента прийти к нам на помощь. Ваша печать, мадам, должна понять, что мы стоим на страже мировой цивилизации. Мое правительство защищает интересы и союзников, и Америки. А нам что, с голоду дохнуть? Тихо, товарищ! А ты что смотришь? Тихо. Завком уже принял меры. Мы пригласили министра труда Гвоздева. Он сейчас ведет переговоры с дирекцией. Давай сюда дирекцию! Пошли! Что мы их чести попросим? Вот Васю Наумова с десятком снарядим, Красная гвардия их сюда с почетом упроводит. Это самоуправство! Насилие! Пока нет! А дальше видно будет. Простите меня, господин министр, но каждый день выдвигаются все новые требования. Возьмите хотя бы эту так называемую Красную гвардию.
вооруженные банды рабочих, направленные против нас. И мы же должны, изволите ли видеть, выплачивать им жалования за их обучение. А в этих отрядах больше трети рабочих заводов. Это действительно безобразие. Я как представитель рабочих во временном правительстве в этом вопросе на вашей стороне. Надо, наконец, навести должный порядок в промышленных предприятиях. Но именно ради этого, для того, чтобы оградить сознательных рабочих от развращенных большевизмом, мы не можем нервировать масс. Закрыть завод. Это значит помочь большевикам завербовать новые сотни неустойчивых колеблющихся рабочих. Это опасная игра. Ну, хорошо. Мы можем подождать еще месяц. Но я подчеркиваю, мы не отменяем свое решение, мы только откладываем его по просьбе временного правительства. Так это и должно быть объявлено. Что и требуется. Рабочие требуют хозяина. Сейчас же в цех. Сейчас не при батюшке царе. Казацкими нагайками с завода не выгонишь. Сами сдачи дадим. Вон у нас теперь какое войско. С вами будет говорить министр труда, гражданин Гвоздев. Тихо! Здравствуйте, товарищи! Я сам бывший рабочий и знаю, как тяжело рабочему человеку остаться без работы. Тяжело, ой, как тяжело. Пошалел, мол, ягненка. Но в то же время мы не можем не учитывать интересы владельцев. Они вкладывают свои деньги и вправе требовать, чтобы им дали возможность руководить делом так, как они считают правильным. А они завод закрыть хотят. А рабочих на голодную смерть обрекают. Это правильно? У завода есть сырье и есть заказы. А хозяева нарочно хотят закрыть завод, чтобы поставить рабочих на колени. Мы, рабочие, этого не можем допустить. Совет не допустит. Правительство добилось уступок от владельцев. Завод будет продолжать работать еще целый месяц. За это время выясним, кого куда направим. А тем, кто останется без дела, правительство выдаст вспомоществование. С голода никто не умрет. Мы не нищие, нам подачек не нужно. Даже за работу. Завод будет работать еще месяц. Может быть, поклонимся в бой за это? Хозяину до министра Гвоздева, а? Вот вы сегодня сами убедились, что есть две силы. Штаб рабочих партии большевиков и лакей буржуазии, временное правительство. Пока рабочие не возьмут власть, порядку не будет. Вся власть советом! Садитесь. Извольте дать отчет о вашем поведении. Вы совсем забыли о существовании вашего совершенно несчастного коллеги. А коллега, я вижу, опять изнывает под тяжестью литературной ноши. Ну, где ж успел сегодня побывать? В Мариинском дворце, в городской думе, в крестьянском ЦИКе, в штабе округа, в гостях у красногвардейцев. И, кажется, еще где-то. Опять полная коробка новостей? Выкладывай. В предпарламенте ищут своего Наполеона, чтобы взнос дать взбунтовавшихся рабов. Ну и попутно ругают правительство и друг друга. Правительство во всем винит предпарламент и пытается сыграть в сильную власть.
Рабочие организовали свою Красную гвардию и всерьез готовятся к последнему бою. В общем, акции Керенского и компании идут на понижение, а шансы большевиков растут не по дням, а по часам. Ты говоришь обо всем этом так, как будто тебе здесь все ясно. А я сегодня убедилась, что ничего не понимаю в России. Вот бабушка русской революции. Она 32 года просидела в тюрьме у царя. Керенский, все эти эсеры, эсдеки, большевики, меньшевики. Они ведь все революционеры. Все были против царя, да? Ну так что же произошло? Царь угнетал всех. Крестьян, рабочих, ремесленников, мелких собственников, купцов и даже буржуазию. Борьба с царем в те времена была общим делом. И тогда социалисты-революционеры, или как теперь их называют, эсеры, и все эти меньшевики, теперь оборонцы, мартовцы, плехановцы, новожизненцы, вместе с большевиками стремились прогнать царя. Но меньшевики и эсеры боролись с царем в интересах русской буржуазии. И когда царя прогнали, они решили, что сделали все, о чем может мечтать Россия. А ты думаешь, что она может мечтать о большем? Так думают большевики. И ты смотри, в июле их презирали, высмеивали, даже избивали. А сегодня рабочие, матросы, солдаты и большинство крестьян за них, за их совет. Значит, ты считаешь, что правительство Керенского обречено? Право на существование любого правительства выясняется по количеству людей, которые приходят ему на выручку в момент опасности. Всякая революция — это очень печальное явление для одних и очень счастливое событие для других. Так вот, революция, которую зовут большевики, очень счастливые события для 93% населения России. А это значит, что Керенского будут защищать не более 7%. Но мне говорили, что сами большевистские лидеры боятся этого восстания. Восстание всегда риск. И даже в ЦК большевиков есть люди со слабыми нервами. Но одно бесспорно. У них есть Ленин. Какая евангелическая внешность. Благочестивый старичок. Я бы скорее назвал внешность благонамерен, но я не благочестивый. Ну уж нет. Благонамерен это у Плеханова. Не будем спорить. Главное, узнать нельзя. Я бы не узнал. А я и не узнал. Значит, как говорится, буду богатым. Боюсь, что капиталист из вас не выйдет. Да. Владимир Ильич, чай вам налит. Спасибо. С удовольствием выпью. И, может, начнем? Уже время. Да, конечно. По первому вопросу о румынском фронте сообщение сделаю я. Мы обязаны любой ценой сохранить правительство Керенского у власти. Именно для этого я и просил вас собраться здесь. Надо решить, как это сделать. Ерунда! Никто не верит в правительство Керенского. Я не желаю его укреплять. И вы напрасно тратите деньги на его поддержку, полковник Робинс. А на что же их тратить, генерал? На Корнилова, на Алексеева, на Каледина, на любого генерала, который способен стать диктатором и заменить царя. Этой стране нужен страх. Без страха здесь не будет порядка. Боюсь, полковник, что таким образом вы получите здесь совсем другую диктатуру. Ленина и большевиков. Вы слишком штатский человек, полковник Робинс. Спросите у военных, как они поступают с подобными типами. Полковник, полковник, что вы делаете с бунтовщиками и заговорщиками?
Мы их ставим к стенке и расстреливаем. И мы это сделаем, если нам помогут. Что делать? Надо, наконец, заставить Керенского подписать приказ о выводе частей Петроградского гарнизона из города и замене их надежными частями. Тогда большевики будут в наших руках, и мы разгоним советы. Положение ухудшается, господа. Нельзя терять ни минуты. Наша агентура сообщает, есть серьезные основания полагать, что в Петроград опять вернулся Ленин. Переходим к четвертому вопросу. Текущий момент. Доклад сделает Владимир Ильич. За последние месяцы у нас замечается какое-то удивительное равнодушие к вопросу о восстании. Надо аушпрехен вас из сказать, что есть, признать правду. Даже здесь, в ЦК, есть течение против немедленного восстания, против захвата власти. Надо побороть это течение. Иначе большевики опозорили бы себя навеки и сошли на нет как партия. ЦК оставила даже без ответа мои настояния в этом духе. Очевидно, я должен был усмотреть в этом тонкий намек на зажимание мне рта и на предложение мне удалиться. Но прежде чем принять решение, я хотел убедиться в этом. Вот почему я настоял на сегодняшнем разговоре. Я лично думаю, Владимир Ильич, что позиция большинства членов ЦК не расходится с вашей. Хочется верить. Наша партия идет к власти. Это, кажется, общее мнение и в ЦК, и в Петроградском комитете. Этого требуют массы. Но прийти к власти без восстания партия революционеров, свергающая не просто временное правительство, а класс капиталистов, эксплуататоров, помещиков, партия не может. А нам предлагают ждать. Ждать чего? Чтобы Керенский и его корниловские генералы сдали Питер немцам и вошли прямо или косвенно в сговор с Вильгельмом и союзниками для удушения революции? История не простит нам, если мы не возьмем власть теперь. Почему мы должны взять власть именно теперь? Потому что предстоящая сдача Питера сделает наши шансы в остро раз худшими. Посмотрите кругом себя, и вы увидите, что ждать больше нельзя. По всей России разливаются крестьянские восстания. Керенский посылает войска подавлять крестьян и защищать помещиков. Пропустить такой момент и ждать есть полный идиотизм или полная измена. Голод не ждет. Крестьянское восстание не ждало. Война не ждет. Массы решительно переходят на сторону большевиков. Это доказали перевыборы советов. Самый лозунг «Вся власть советам» – ничто иное, как призыв к восстанию. И только наша партия может возглавить его и сорвать планы Керенского и капиталистов. Господи, а его все нет. Троцкий предлагает подождать съезда советов. Зачем? Чтобы дать возможность Керенскому собрать казаков ко дню глупеньким образом назначенного восстания. Ждать съезда советов полный идиотизм. Ибо это значит пропустить недели. А теперь даже дни решают все. Зиновьев и Каменев пугали нас здесь. Обстановка исключительно сложная. О, мудрецы! Они готовы, пожалуй, примириться с революцией, только без исключительно сложной обстановки. Но таких революций не бывает. Если даже революция началась при обстановке, которая кажется не очень сложной, то сама революция в своем развитии всегда создает исключительно сложную обстановку. Ибо революция настоящая, глубокая, народная. По выражению Маркса, революция есть необычайно сложный и мучительный процесс умирания старого и рождения нового общественного строя. Уклада жизни миллионов людей. Если бы не было исключительно сложной обстановки,
не было бы и революции. Но против нас будут все демократические силы, даже левые эсеры. Мы останемся совершенно одни. И не удержим власти. Пресильный довод. Сомневаться сейчас, что большинство народа идет и пойдет за большевиками, значит позорно колебаться и на деле отречься от большевизма. Но взять власть мы можем только в состоянии отчаяния. И после слов Ильича это понимаешь особенно отчетливо. Это просто безрассудный риск. Меня не так поняли. Моя точка зрения не расходится с позицией Ленина. Мы должны взять власть. Это бесспорно. Весь вопрос, когда? А это уже вопрос не политический, а стратегический. Когда взять власть? Сегодня это важнейший политический вопрос. И я не понимаю, зачем Троцкому нужно здесь маскироваться? Я думал, что здесь революционеры. Но слушая Зиновьева и Каменева, я начинаю сомневаться в этом. Они забывают, что всю нашу тактику мы всегда строили и будем строить на энтузиазме рабочих масс. А массы начинают наступать. И наша практическая задача – эту стихию организовать. В Москве массы неудержимо идут к восстанию, а во многих городах мы уже фактически у власти. Вот именно поэтому и не следует рисковать. Влияние наше растет. Неосторожный шаг может разом разрушить все, что мы уже завоевали. Абсолютная истина. Святая невинность, как она доверчиво успокаивается на легальнейшем, лояльнейшем пути. Жаль только, что голод не ждет, война не ждет, крестьяне не ждут, рабочие не хотят ждать. Вооруженное восстание неизбежно. И только с этой точки зрения надо разрешать сегодня все практические вопросы. История сделала коренным политическим вопросом сейчас вопрос военный. И если мы правильно решим этот вопрос, нам нечего бояться, что наша власть может оказаться непрочной. Когда последний рабочий, любой безработный, всякий разоренный крестьянин увидит собственными глазами, что пролетарская власть не раболепствует перед богатством, а помогает бедноте, берет лишние продукты у тунеядцев и дает голодным, вселяет бесприютных насильственно в квартиры богачей, заставляет богатых платить за молоко, но не дает им ни одной капли, пока не снабжены дети всех бедных семей, что земля переходит к трудящимся, а фабрики и банки под контроль рабочих, тогда никакие силы капиталистов и кулаков не победят народной революции, а наоборот, она победит весь мир. Ну что ж, мнения определились, точки зрения высказаны. Пора решать. И я повторяю, медлить преступление. Взятие власти есть дело восстания. Либо сложить ненужные руки на пустой груди и ждать, либо восстание. Середины нет. Победа обеспечена, и на 0,9 шансы, что бескровно. Внесены две резолюции. Владимира Ильича о курсе на восстание, Зиновьева и Каменева об отказе от восстания. Будем голосовать. Без 23. Да, видно, трудно пришлось Ильичу. Без малого 8 часов заседают. Ну вот. За резолюцию Ленина 10. За резолюцию Зиновьева и Каменева 2. За резолюцию Каменева и Зиновьева, Каменев и Зиновьев. Как и следовало ожидать. Чайку? А вы уже кончили, разве что на дорожку. Джонни! Что случилось? Заря! Смотри, мы опять проболтали всю ночь. И досидели до зари. И кто знает, дорогая, может быть, эта заря возвещает уже новую эру человечества. Вот и ваш дом, не души. Спокойной ночи. Спасибо, товарищ Ахья. Ваши документы?
Фамилия, имя, отчество? Иванов Константин Петрович. Проходите. Пришлось зайти лезть на вершину и пробираться через болото. Все в одну ночь. Что поделаешь? Фонтанка – естественный рубеж, отделяющий центр города от рабочих предместий. От обводного канала до Аничкового моста – участок Керсгольдского полка. На ваш Павловский полк падает задача контроля обороны Фонтанки на участке от Аничкового моста до Невы. В случае попытки бунтовщиков перейти за эту линию, открыть огонь и расстрелять весь этот сброд. Понятно? Понятно. Но совершенно невыполнимо. То есть как? Очень просто. Вывести полк я могу только с согласия полкового комитета. Полковой комитет даст такое согласие только с ведома военно-революционного комитета, на днях образованного, как вам известно, Петроградским советом. А этот комитет вряд ли утвердит выступление полка против рабочих. Значит, полковник, надо начать с ареста полкового комитета. Отказываюсь. Полковой комитет избран солдатами и офицерами полка, в том числе и мной. Тогда, полковник, я буду вынужден отстранить вас от командования полком. Невозможно. На это тоже необходимо иметь согласие полкового комитета. Мы не можем больше ждать. Должите и командующему. Я не могу докладывать о каждом просителе. Здесь нет просителей. Здесь представители военно-революционного комитета Петроградского совета. Прошу. Пошли. Прошу садиться. Надеюсь, мы найдем общий язык. Давно пора положить конец анархии и вести, наконец, твердый порядок в частях Петроградского гарнизона. Совершенно верно. Мы будем всячески отстаивать революционный порядок. Именно поэтому военно-революционный комитет и постановил назначить своего уполномоченного комиссара штаб округа и по одному в каждый отдел штаба. И что же эти комиссары будут здесь делать? Пресекать попытки использовать дисциплину в интересах контрреволюции. Все приказы и распоряжения штаба должны будут иметь подпись соответствующего комиссара.
Военно-революционный комитет – самочинная организация. Петроградский совет – случайное сборище. Мы не признаем за ними право вмешиваться в дела государственного управления. И нам не нужны ваши комиссары. Ни здесь, в округе, ни в частях гарнизона. Это ваше окончательное мнение? Абсолютно. Боюсь, гражданин командующий, что штаб округа окажется в трудном положении. Войска могут отказаться выполнять приказы, не имеющие подписи комиссаров комитета. Мы сумеем заставить их. У нас достаточно верных и надежных частей, чтобы призвать к порядку нарушителей воинского долга. Однако вы не сумели заставить части гарнизона подчиниться приказу о выводе войск из Петрограда. И вынуждены были отменить его. Мы просто временно отложили его выполнение. Ах, вот как. Мы постараемся довести об этом до сведения гарнизона. Как я в вашем отказе принять комиссаров военно-революционного комитета? Разрешите откланяться. Какие сведения о частях, вызванных с фронта? Где они болтаются? Батальон самокатчиков на подходе к городу. Батальон картистов уже прибыл и разгрузился. Коменданту Петропавловской крепости полковнику Васильеву дано указание о приеме батальона. Заперли мы его в квартире. Телефон, конечно, срезали. Пускают теперь сюда. Звони. Ну, караул на всякий случай оставили там. Петропавловская крепость слушает. Нет, полковника Васильева нету. Прапорщик Благонравов. Слушаю. Нет, еще не прибыл. Ждем. Будет исполнено. Из штаба округа. Интересуется, прибыл ли батальон Кольта. И чтоб получше встретили. Да уж встретим чего лучше. Почетный караул выставим с пулеметами. Да. А справимся? Их там добрая тысяча и 80 пулеметов. А, сила. А только пулеметы у них кольтовские, идут в разобранном виде. Ахнуть не успеет, как мы их разоружим. Надо. То не нам, а здоровят гарнизон. Держись, Максимка. Кольты идут. Батальон Кольта по распоряжению высшего командования прибыл с Северного фронта для пополнения гарнизона Петропавловской крепости. Командир батальона капитан Жанзян. Очень рады. Имею честь. Мой заместитель поручик Тарасов Родионов. Я комиссар крепости, прапорщик Благонравов. Прошу садиться. Мой помощник Вершин. Очень вовремя. А что, разве обстановка обострилась? Да нет, но... Все может быть. Это откуда же вы такие фартовые? С
фронту. А чего ж вам там не жилось? Зачем к нам пожаловали? На защиту революции. Да ну. А это какой же такой революции? Какой? Нашей. А что ж это, ваша? За мир или за войну? Для победного. А вы сами за что стоите? За что надо, за то и стоим. Кому надо-то? Ну, нам, солдатам. Во-во, правильно. Да ты сам-то за что? Да я человек мирской. Что Илья, то и я. Что Евсей, то и все. Слушай, ты говори толком. Ты из-за Керенского или за Ленина? А ты из-за кого? Говори, не бойся. Ну что, ты нам не веришь? Верю. Как говорится, всякому зверю, собаке да ежу, а прочим погожу. Да, вот только тесновато у нас. Точно. Придется, знаете ли, разместить ваш народ по казармам других частей. Группами. Это как же? Разрознить батальон? А что же делать? Другого-то выхода нет. Надо найти. Можно поговорить с комендантом? Коменданта нет. А его заместители? Заместителя тоже нет. Я представляю командование крепости. Позвольте, позвольте. Вы уполномочены военным командованием? Я уполномочен военно-революционным комитетом Петроградского совета. Тьфу, черт, так бы и сказал. А мы-то думали, ко временным прямо в пасть идем. Батальон-то у нас большевицкий. Ого! Своя своих не познаша. Дипломатию развели. О, раз так, снимай скорее встречу, то как бы чего не вышло. О, ты снимать не надо. Смотри-ка, народ тебе, видать, быстрее нас разобрал. Пренебрежение техникой восстания и есть нежелание рассматривать восстание как искусство. Товарищ Подвойский и Антонов с гордостью рассказывали нам, что меньшевики уже окрестили военно-революционный комитет штабом по руководству восстанием. А что сделали сами товарищи Подвойский, Антонов и другие работники революционного комитета, чтобы действительно не на словах, а на деле стать штабом восстания? Продумать и организовать технику проведения восстания. Оказывается, ничего. Но ведь день восстания до сих пор даже не был назначен. Когда будет восстание, будут и технические для него силы. Поздно. Петроградский совет уже встал на путь восстания, поставив все приказы штаба округа под контроль своих комиссаров. Значит, надо мобилизовать все наши силы к решительному бою. И надо перестать болтать о восстании. Надо делать восстание. У питерских рабочих есть 40 тысяч винтовок. В Питере сила наша. Юнкера не страшны, особенно если выступить первыми. Совершенно верно, особенно если выступить первыми. А между тем Керенский, его штаб действует, а мы только еще думаем. Полковников уже издает оперативные приказы о подавлении восстания. Уже вводит в город новые войска. Уже стягивает к Зимнему дворцу юнкеров и казаков. А мы бездействуем. Мы организовали оперативный штаб для руководства восстанием. Бубнов, Антонов, Щудновский, Еремеев и я. Доктор Кедров обеспечит санитарную службу. Прекрасно. Мы приветствуем этот штаб, если он немедленно начнет действовать. Штабу Полковникова надо противопоставить штаб революции. И действовать, 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 черт возьми. Промедление смерти подобно. Сейчас, когда карты раскрыты, и догадки врага подтверждены предательским, штрейхбрехерским письмом Зиновьева и Каменева, мы должны ускорить удар, пока враг еще не успел собрать свои силы. Вот этим и должен заняться немедленно ваш штаб, товарищ Подвойский. Главная задача ясна. Арестовать военное правительство и захватить военный штаб противника. Как это сделать? Вам, военным работникам, сам Бог велел знать лучше, чем нам, штафиркам. Так, кажется, величают наши штатские господа военные. У нас один нерешенный вопрос, Владимир Ильич, вызывающий споры. Вопрос тактики. Идти ли прямо на штурм, или избегать кровопролития и добиваться сдачи? Избегать кровопролития. Избегать кровопролития всеми средствами.
предложить капитуляцию, сохранить сдавшимся свободу, жизнь и даже воинскую честь. Но времени не терять, передышки не давать. Примут капитуляцию — хорошо, не примут — их вина и их беда. Чтобы не быть голословным, я процитирую ряд прокламаций, которые помещались разыскиваемым, но скрывающимся государственным преступником Ульяновым Лениным в местной газете «Рабочий путь». Данный государственный преступник призывает в них петроградский пролетариат и войска приступить к немедленному вооруженному восстанию. Он давно начал. Кончает. Вот мне сейчас представлен документ, который большевики рассылают по полкам гарнизона. Петроградскому совету рабочих и солдатских депутатов грозит опасность. Предписываем вам привести полк в состояние боевой готовности и ждать дальнейших распоряжений. Всякое промедление и неисполнение приказа будет считаться изменой революции! За председателя военно-революционного комитета Подвойский — секретарь Антонов! Большевики ведут себя нахально. Я бы сказал, уверенно. И я заявляю, мною предложено произвести аресты Петроградского совета и так называемого военно-революционного комитета, не останавливаясь перед применением вооруженной силы. Поздно! Он угрожает. Но никто уже не боится. Пусть население Петрограда знает, что оно встретит власть твердую и решительную. И, может быть, в последний час разум победит в головах тех, у кого он еще сохранился. Ее так видел много крат, как люди вереницей у лавочки стоят. В глазах у них желание, в коленке же дрожание. От черепи дают... Неужели именно здесь собираются все знаменитости столицы? Конечно. Начиная с вашего спутника. Знаменитого революционера. Неуловимого террориста. Легендарного Бориса Савенкова. Кажется, сейчас Савенков кумир офицеров и вождь казачества. И этот в ресторации сгибает свой костяк перед распорядителем, как бы перед... В хаосе должна возникнуть твердь, в стихии камень. Нам нужен иностранный легион. Нам нужны солдаты, которым чужды местные политические страсти. Наемники? Но наемникам прежде всего нужен надежный хозяин. Где он у вас? Этим хозяином должны быть вы, союзники. Тогда это уже будет не иностранный легион, а интервенция. Дело не в названии. Мы... Переверится по-старому пойдет. А как вы поживаете? И много наживаете? А что у вас, дают или не дают? Среди наших гостей знаменитая, несравненная Иза Кремер. Будем просить осчастливить нас. Последний! 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 Последний!
Мадам Люлю, мадам Люлю. Я спою вам мадам Люлю. Она была бы в музыке капричо, в скульптуре статуэтка Ренессанс. Зачем мы сюда пришли? Все это уже было давно-давно. Ты не ошиблась, дорогая. Все это было еще до войны. Я не понимаю вас, русских. Столько слов о решительности и никаких поступков. Есть поступки, на которые трудно решиться. Но когда мы решимся... Тот знает тайну женских чар. Ей запах амбры так подходит. Кто этот человек? Вон там. Он сидит спиной к эстраде. О, знаменитый поэт. Прорицатель. Он уже полгода молчит. Хотите послушать, как он будет проклинать революцию? О, с удовольствием. Простите, господа. Алексей Александрович, разрешите вам представить американского журналиста? Господин Рид. А что у вас дают или не дают? В тяжелое время мы живем, Алексей Александрович. В роковое время. Да. Роковое. И великое. Вы говорите по-русски? Немножко. Не устаю повторять Тютчева. Ажен, кто посетил сей мир, его минуты роковые. Его призвали все благие, как собеседника на пир. Он их высоких зрелищ. Но зритель может оказаться весь в синяках. Ну, смотря по тому, кто он. У буржуа почва под ногами определенная, как у свиньи навоз. Семья, капитал, служебное положение, орден, чин, бог на иконах, царь. На троне. Вытащи это, и все полетит вверх тормашками. А у интеллигента ценности невещественны. Его царя можно отменить только с головой вместе. Умение, знания, методы, навыки, таланты, имущество. Кочевое, крылатое. Эх вы! Извините. Простите, Александр. Герой! Террорист! Подумаешь, великого князя стрелял! Пустяка, не волнуйся! А кому мешал великий князь? Кому? Мне не мешал! Никому здесь не мешал! А Ленин ходит! Миленький, не волнуйся! Жив-здоров ходит! Я миллион тому дам, кто бьет Ленина. И тут еще 10 по миллиону дадут! Верно говорю? Правильно! Дадут! Он! И он! И он! Да! Да! Бери деньги, террорист! Здесь нет наемных убийц! Скотина! Скотина!
Да, теперь я вижу, что деньги у вас есть. Не хватает только наемников. Если нас возьмут за горло, мы обойдемся и без наемников, и без ваших денег. Смольный, я должен идти сейчас, сию минуту. Все сейчас решается там, и я не могу оставаться здесь оторванным от всего. Надо подождать. Маргарита сегодня уже четвертый раз ходит с твоим требованием. Если нет разрешения, значит нельзя. Значит, есть опасность. Как только будет возможным, они сами организуют твой переход, Смольный. Но в городе спокойно. Ты сама говорила. Да, не отрицаю. Трамвай ходит. Я спокойно доехала. Лавки торгуют. Но патрули на каждом шагу. И не поймешь, где чьи. Красногвардейский, матросский, солдатский, юнкерский, офицерский. Даже гимназически. И все до разговора. Знаешь, стоят кучками и обсуждают. Ругаются, волнуются, спорят. А о чем говорят? Да все о том же. О земле, о мире. Подозрительные личности убеждают солдат, что немцы никогда не согласятся на мир, предложенный бандитами и большевиками. Ну что ж, если наше предложение о мире будет отвергнуто, мы станем самой военной партией. Мы победим войну действительно революционно. Мы отнимем весь хлеб и все сапоги у капиталистов. Мы оставим им корки и оденем их в лапти. Мы дадим весь хлеб и всю обувь на фронт. И мы завоюем себе мир. Что ты делаешь? Ухожу. Нет, ты никуда не пойдешь без разрешения партии. Они уже в четвертый раз решают сегодня этот вопрос. И опять тут могут восторжествовать те, у кого вместо тройной смелости, без которой нет и не может быть революции, есть два достоинства. У нас два. Умеренность и аккуратность. Ты опять имеешь в виду? Да, Зиновьева и Каменева. И дурачков из новой жизни, и им подобных. Ибо всегда, во всякий острый момент революции, требующий смелых, неожиданных, стремительных и быстрых решений, находятся... мудрецы, все знайки, которые смотрят на все сквозь благонамеренные молчанинские очки и безумолку услужливо предупреждают об опасности и о риске. Нет, избави нас Бог от таких мудрецов. Ну, а от врагов... Но ни Каменев, ни Зиновьев не решают вопрос о твоем переходе в Смольный. Надеюсь... Скажите Владимиру Ильичу, что за ним скоро придут. Связь держим через Выборгский райком. Они доставят Владимир Ильича в Смольный. Передайте Ильичу, что теперь ждать недолго. И поторопитесь, пожалуйста. Он, вероятно, очень волнуется. Юнкера развели мосты, захватили вокзалы и расставили патрули в центре. Где шифр Центробалта? У меня. Вызывайте матросов, пишите телеграмму. Телеграмма приготовлена с утра. Вот текст. Гельсингфорс Центробалт, Кронштадт Центробалт. Высылайте устав. Антонов. И что можно ждать? Да, 1005 не меньше и парочку миноносцев. Дыбенко обещал даже зарю свободы. Молодцы, братишки. Великолепные ребята. Только бы не опоздать. Отправляйте телеграмму. И примите все меры к освобождению мостов от юнкеров. Телефон выключен? Так, значит, мы опоздали занять электростанцию и телефон. Будем считать, что это для нас первое предупреждение. Ленин был прав. Промедление смерти подобно.
Бить их по одному? Брось, с кем вяжешься? Это же балтиец. Нашел чем щеголять. Пошли. Кажись, никого. Давай. Води ему. Эй, на катере! Жрите на следующего, это теперь наш! Даешь власть на это! Мы хотим знать, почему произошла задержка. По вашему плану Зимнему еще полчаса назад должен был быть послан ультиматум. Мы ждем только кронштадтцев. На нашей стороне весь гарнизон, все рабочие. Казаки обещали держать нейтралитет. А где временное правительство? Министры или в штабе, или в Зимнем. Теперь все ясно. А что вы успели сделать? Наметили план окружения Зимнего. От Троицкого моста через Марсово поле. И далее по набережной реки Мойки до морских казарм. Там как раз второй балтийский экипаж. И опять выходим к Неве. У Николаевского моста. Ночью к нему подошла Аврора. Каков план действий? Как только прибудет десант, предъявим ультиматум. Отклонят, над Петропавловкой поднимаем сигнал. Два зеленых фонаря. И начнем артиллерийский обстрел и штурм. Надо мобилизовать всю рабочую гвардию и плотно отцепить все казачьи казармы и юнкерские училища. Что гарантирует от ударов в тыл. И выставить надежные заслоны на все въезды в город. Это во-первых. Во-вторых, лично проверять все на месте. Здесь сидеть незачем. В-третьих, не тянуть ни одной лишней минуты. До съезда остаются считанные часы. И надо кончать с этим засидевшимся временным правительством. Этот вопрос не должен занимать съезд. Ему останется только взять власть в свои руки. Владимир Ильич. Почему задержались? Меня остановили красногвардейцы. Узнали, что я военный министр Маниковской. Не пожелали смотреть мои документы. И только спросили, куда я еду. Я сказал, что я еду к вам на совещание. И они... пропустили меня. Сумасшедший дом. Красногвардейцы пропускают военного министра, который едет организовывать борьбу с красногвардейцами. Знаете ли вы, что в городе нет ни одной части, готовой выполнить приказ правительства? Не может быть. Полковник Полковников мне докладывал вчера, что... Это было вчера. Ага. А казаки? Объявили нейтралитет. Ну, батальон Кольта. Перешел на сторону большевиков. А... юнкерские училища. Три в Зимнем. Четыре окружены красногвардейцами, не могут выйти. Остальные объявили, что будут нейтральные. А пока что мятежники сегодня ночью захватили мосты, вокзал, электростанцию, телефон. Мы даже не знаем, что они сделали еще. Полковник Полковников, я вас освобождаю от обязанностей командующего округом. Сдайте дела. Генералу Багратуни. Если успею. Где войска генерала Краснова? Думаю, что на пути в Петроград. Так, решено.
Я еду навстречу войскам и вместе с ними вернусь в Петроград. Где автомобиль? Вас согласился отвезти третий секретарь американского посольства, Уайтхаус. Он уже здесь. Американский флажок на машине поможет вам проехать. Никто не посмеет остановить Керенского. Моим заместителем остается Коновалов. Правительство должно быть на посту. История не простит вам. Вы не можете, Борис Викторович, оставаться в стороне в такой момент. Что, собственно, случилось? Вы вытащили меня из постели, говорите загадками. Ну, объясните толком, в чем дело? В городе восстание. Большевики выступили. Керенский уехал в Псков навстречу войскам, идущим с фронта. Он отстранил полковника Полковникова, и теперь все гибнет. Вы один можете спасти правительство. Правительство. Правительство предпочло обойтись без Савенкова. И пожинает то, что посеяло. Значит, все пропало. Власть захватят большевики. Неужели вы допустите это? Хорошо. Пока еще не поздно, я попробую спасти. Не правительство Керенского, нет. А Россию и революцию. Едем. Вот теперь будем исполнять. Значит, 4 роты пойдут в оцепление Зимнего дворца. Правильно. 2 в резервы с флангов и 1 в охранение тыла. Но когда подойдет рабочая Красная гвардия, мы вольем ее в середину оцепления. Я хочу сказать слово. Да о чем говорить? Довольно разговоров. Но я по делу. Довольно. Об этом оцеплении. Ну, говори короче. Товарищи, я считаю, что Павловский полк сила. И хватит его, чтоб расколоть всех юнкеров с бабьим батальоном вместе. Так что лишнее дают нам подмогу рабочих. Может, нам просто не доверяют, как солдатам? Из всего гарнизона, товарищи, намечены только Павловские и Кизгольские полки, остальные в резерве. Да где ж тут недоверие? Конечно, все революционные полки хотели бы быть в первых рядах. Но выбраны те, которые ближе к Зимнему. Но затем должны участвовать матросы и рабочие Красной гвардии. В революционном деле не может быть обид. Дело-то общее. Рабочих, солдат, матросов, крестьян. И еще выдумал, без рабочих нельзя. Все, товарищи, объявляю собрание комитета закрытым. Да, об офицерах-то и забыли. Без них делаем, без командира полка. Это нехорошо получается. А на кое не надо? Зачем они на местах? А коли нету, так и черт. Ну, а где они? Все здесь, в полку, в офицерском собрании. Так их надо поставить в строй. Да. Или изолировать. Командир полка, полковник Сутармин. С кем имею честь? Член военно-революционного комитета Еремеев. Я хотел бы поговорить со всеми офицерами полка. Вот мой мандат. Господа офицеры, прибывший к нам член военно-революционного комитета имеет обратиться к вам. Прошу. Поскольку временное правительство не желает считаться с советами, ну, видимо, готовится бороться за власть силой. Военно-революционный комитет приказал объявить правительству ультиматум о сдаче. А в случае отказа обезоружить его оборону и арестовать членов временного правительства. Павловскому полку поручено принять в этом участие. И полк готов к выступлению. Однако офицеры не на местах. Офицеры должны ясно сказать, с кем они. Решите сказать от имени присутствующих здесь офицеров полка. Мы уже обсуждали такую возможность. Офицеры, которые не согласились с нашим решением, уже покинули полк. Большинство из нас не сочувствует большевикам. И я тоже. Но мы не отделяем себя от своих солдат. Если солдаты решили идти с большевиками, мы пойдем вместе с ними. Разрешите офицерам
разойтись по ротам. Комиссар! Товарищ Благонравов! Здесь! Ну как, готовы у вас? Орудия вот нашли, но крепостная рота отказывается дать артиллеристов. Держит нейтралитет. Знаем. Нам найти добровольцев. Нашли, но они утверждают, что стрелять нельзя. Орудия проржавели, в компрессорах ни капли масла. При первом выстреле все взорвет. Так точно, разнесет дым. На худой конец, я пойду. Действительно, я артиллеристом служил. Может, не забыл еще. Ой, опасно. Убьет. Революция трусов не любит. Что там у тебя? Иди показывай. Ну, можно начинать действовать. А то Ильич и так уже ругает нас. Антонову пора на Аврору. Вот-вот подойдут кронштадцы. А мы с Подвойским едем к Еремееву и в центр. Ну как обстановка? Оцепление закончено. Теперь ни одна мышь не проскочит. Только трамваи пропускают. Держим связь с Авророй. Как только прибудет десант матросов, можно атаковать. Сначала вам придется отправиться в зимний, предъявить ультиматум о сдаче. Гражданам России временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ, немедленные предложения демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства, это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян. Военно-революционный комитет при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов. 25 октября 1917 года, 10 часов утра. Думаю, Владимир Ильич написал все, что нужно. Очень правильно. Товарищ Шумицкий, раз нет возражений, воззвание надо немедленно расклеить в городе и передать по телеграфу по всей России. Но ведь временное правительство еще в Зимнем дворце. Ну и что же? Последние сутки показали, что временное правительство труп. И около него нет ничего живого. Сколько раз нужно повторять простую истину? Сегодня власти нет. Никакой. Ни временного правительства, ни советов. И мы должны ее взять. А вот когда мы возьмем власть, то мы, а не кто другой, будем решать, что с ней делать. Правильно. И я полагаю, господа, что время перейти к диспозиции. Когда мы можем начать общее наступление? К утру не раньше. Это невозможно. К утру в городе все будет кончено. Ленин будет царствовать. Ленин. Ну, скажем, в 2 часа ночи. Не возражаете? Вот. Большевики расклеивают по городу. Это конец. Конец? Нет. Это не конец. Это начало. Мало объявить временное правительство низложенным. Надо его еще уничтожить. А большевики уже упустили единственного человека, которого им стоило захватить. Керенского. Его превосходительство генерал Краснов. Генерал? А где ваш корпус? Он идет сюда? Он уже близко? Я надеялся встретить его под Лугой. У меня нет корпуса. Мои части рассеялись по всему фронту. А те, что остались, погружены в эшелоны. Они стоят на станции «Остров». И, может быть, хорошо, что стоят. Малыми силами нельзя двигаться на Петроград. Вы получите не только все ваши части. Вы получите еще и уссурийскую дивизию, и 37-ю пехотную, и первую кавалерийскую, весь 17-й корпус. Это не считая мелких частей. Вы довольны? Да, если все соберется, и если пехота пойдет с нами, Петроград будет занят и очищен от большевиков. Так и будет.
Генерал, я еду с вами на автомобиле в остров. Сейчас же. Безотлагательно. Когда мы с вами будем в острове, генерал? Через час, сейчас четверть, если хорошо поедем. Значит, самое позднее. Через 2 часа мы двинемся с войсками на Петроград. Представляла его гигантом. И ты не ошиблась. Ты сейчас это увидишь. Товарищи! А я по той стороне к Адмиралтейству. Давно пора начинать. Добро! Атакуем по сигналу! Вы поступаете в распоряжение военной безопасности. У нас имеется та сила массовой организации, которая победит все и доведет пролетариат до мировой революции. А сейчас нам надо в России заняться постройкой пролетарского социалистического государства. Понятно? Значит, жду вашего звонка. И поднимаю фонари. Нет, хорошо, фонарей. Хорошо, понял. Как всю крепость перевернул, нету. Понял, спасибо. Это Чудновский. Он идет в зимний с ультиматумом. Матросы высадились и вышли на линию. Ура! Да, а что ты мне бурчал насчет фонарей? Ой, так ведь нет же их нигде, я все обыскал. Обыскал! Голову твою дурью оборвать мало. Сыт! Сыт на Кроновский канал! Так. Там банжи! Ага. Найдешь сигнальные фонари, тащи сюда, понял? Ага! И чтоб через 10 минут был здесь! Ага! Ой, Лиза, бежи, я тебе сразу скажу! Бежи! Ваше сопротивление бесполезно. Гарнизон Зимнего дворца должен сложить оружие. И все получат право беспрепятственного выхода из дворца. Если вы не сдадитесь, то мы возьмем дворец штурмом. Неужели вы хотите кровопролития? Довольно агитации. Законное правительство не может вступать в переговоры с бунтовщиками. Арестовать его. Ладно, проловим. Бесполезно, господин Пальчинский. Если я не вернусь через несколько минут, пушки Петропавловской крепости и крейсера «Аврора» откроет огонь по дворцу. Хорошо. Отпустите его. Нашли! Нашли! На Барзак! 2 фонаря! А где же они? У меня! Я у него отобрала. А то кричит, размахивает, еще разобьет. Ой, только вот один красный, а другой зеленый. Сойдет, догадается. Готовьте все к подъему, ждите команды. Ага. Давай, пошли. Ж не дают подойти. Как жарит. Придется, пожалуй, вместо холостого послать им один снаряд. А что, Николай Ильич, пошлем. Эй, орудия! А ну, наводи во двор Зимнего. Сможешь? Попадем. Только смотри, колонн не сбей. Мы аккуратны. Скажите, адмирал, что грозит дворцу, если «Аврора» откроет огонь?
он будет обращен в кучу развалин. У нее башня выше мостов. Может уничтожить дворец, не повредив ни одного здания вокруг. Зимний расположен для этого удобно. Прицел отлично. Утешительно. Только бы додержаться до утра. А там нас выручат. Придут войска с Керенским. Авилов в скобках Глебов. Авилов Глебов. Кончили. Давайте послушаем еще раз. Владимир Ильич, а не кажется ли вам, что мы слишком спешим? Нам надо выбрать руководителей обновленной России. Совет народных комиссаров, правительство, а многие назначения, мне кажутся случайными. И люди не соответствуют гигантским задачам. Пока, Антон Васильевич, пока. Помните, Жорес, кажется, сказал, лучше говорить правду, чем быть министром. Министрами многие из нас, может быть, окажутся плохими. Но правду большевики всегда сказать сумеют. А кто не сумеет или окажется плохим, заменим. Итак, в настоящий момент Совет народных комиссаров составляется из следующих лиц. Прочтите, пожалуйста. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ульянов Ленин. Орудийные залпы! Это большевики расстреливают министров социалистов! Вот, вот, из пушки по воробьям! Пора! Куда? В Зимний. Там сейчас наступает решающий час. Что с Зимним дворцом? Взяли. Кончают с временем. Опоздали. Бежим. Могу. У меня есть повод. Да не надо. Много ваших убито? Не знаю. Верно, человек 10. А у них? А ну, наступились! Временное правительство идет! Вот они, вероятно. Одну минуточку. Тут вот телеграмма от Украинской Рады. Отделяются. Впрочем, теперь это уже ваше дело. Правильно. Теперь это наше дело. Разберемся. От имени всех социалистических партий предлагаю протестовать против варварства большевиков, разбивающих из пушек Зимний дворец! Саданулы из пушек по-зимнему. Вандалы! Холостыми. На временных и холостых хватило. Да! Временное правительство арестовано! Да!
часа ночи начнем сосредоточение для удара. Прошу сверить часы. Большевики заняли Зимний. Министры арестованы. Войдите и закройте дверь. Разрешите наложить? Вы уже доложили. Опоздали. Безусловно. Взяв Зимний, они сосредоточат все силы на обороне Смольного. И наше выступление бессмысленно. Придется подождать. Подойдет Керенский с войсками. Но именно для этого, для того, чтобы помочь войскам Керенского подойти, и надо здесь ударить большевикам в спину, оставив все распри. Воля сознательных крестьян всей России объявляется законом. Вашу программу? А зачем она вам? Чтобы обманывать народ? А мы притворим ее в жизнь. Наш декрет о земле основан на крестьянском наказе, в котором собраны 242 наказа местных крестьянских советов. Это и есть воля крестьян всей России. И крестьяне поймут, что только в союзе с рабочими и их партией, партией большевиков, спасение крестьянства. И пусть крестьяне с одного конца, мы с другого будем разрешать этот вопрос. Как демократическое правительство, мы не можем обойти постановление народных низов, даже если мы с ним не согласны. Жизнь – лучший учитель, а она укажет, кто прав. Мы должны следовать за жизнью. Мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам. А они сумеют правильно, как надо, решить любой вопрос.